Это видео. Да. Со звуком. Ну, можешь передать привет маме. Прекрасно. Мама, привет. Мама, привет. С Одессы. Большой привет. Большой привет. Все. А это было... Прекрасно. Да, что ты? А ты? Что такое? О, красота. О! Да, бабушка еще ничего. Бабушка рэпер. Рэпер. Все. Все, 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 у меня кабинет тут. Хороший денег. Все, давай, аккуратненько давай. Я шапка есть. Шапка есть. Давайте, родные. Вы аккуратненько там это самое. Давай. Смотрите, как дорога эта. Аккуратно. Слышь? Да, слышь. Чтобы по дороге не ехали. Все. Давайте, счастливо. Ну, ладно. Будешь дом, позвони. Хорошо, можно. Все, хватит, хватит. Все. 760 вам на 50. 760 вам на 50. Ну да. 766. 756? Давай туда переходу. Ну? Переходу давай. Хрум-хрум. Так, алло. Гараж. Я ем. Ты понимаешь, что ешь? Будущий Спилберг. Или... Как его? Это ты, папа, это Джеймс ты, Камерон. Джеймс Камерон. Это ты, папа. Джеймс Камерон. Это ты, будущий Джеймс Камерон. Джеймс Камерон. Начинай записывать на счет 3. А, ну ладно, секунду, у меня другой тоже. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Давай, давай, накатывай. Накатывай. До конца. Опа, рекорд. Ха. Минута 9. Ух, я думаю, минут 10 даже лучше. Минута 9. Дружище, нормально. Сразу на 4 секунды. На 4 секунды, да. Это с моими отсутствием габаритов, наверное, рекорд. Красавец вообще. О, у меня, по-моему, мой жир на бедрах. Мне его надо отмывать потихоньку, а то я бегать быстро не могу из-за вот этого жира. Блин.
Ну давай, сходи. Что? Сходи, передохни немного. Попить бы сейчас не помешало. Ну сейчас пойдем, пойдем купим воды. Пойдем. Вот именно. Тут ларек есть недалеко. Хорошо, сейчас пойдем. Красавица вообще. 4 секунды, мне кажется, это хорошо. Супер просто. Комментируйте это. Я увидел рекорд на 4 секунды. Ну и это, папа, незаконное строительство дома. Незаконное строительство дома. Ой, я знаю видео на ютубе. Ты меня до сих пор снимаешь? Да. Ну, оно немножко такое, но очень смешное на самом деле, забавное. Там, в общем, какого-то депутата спрашивают из другой стороны. Там какой-то вопрос, и он, знаешь, что отвечает на него? Ну? Я просто член, и все, больше ничего. Чего он сказал? Он член какой-то думы. Ага, ну. А он этого не сказал, он сказал, я просто член. Я просто член. Он сказал это искренне. Я просто член. И все, больше ничего. А потом журналисты задают очень глупый вопрос. А вы будете участвовать в переговорах? Каких переговорах? Ну, там переговоры насчет... Нет, как я могу? Просто член же не может участвовать. Это не же понятно. Просто член не может участвовать в переговорах. Браво. Браво, браво. Чувак хорошо учил русский язык. Просто прелестно. Я никому хотел сказать, я депутат. Просто он неправильно выучил слово по-русски. Даже пускай добавил думы, какой-нибудь там думы. А то так получилось очень неловко. Он не удивился, когда он увидел себя в интернете потерику. Он ничего такого не сказал. Он не обозвал себя придурком, уродом, еще как-то. Он просто сказал, я просто член. Член — это мужик. Ну давай рыбы скорее. Мы... Что? Мы с тобой договорились. Я знаю. Ну? Можно? Нет. Ладно. Есть у вас минеральная вода? С газом, без газа. Без газа. Без газа. Холодный. Нет, 50. Вот, это другое дело. Почему не газирован? Потому что углекислый газ вступает в химическую реакцию с твоей кровью. Это не полезно. Понял меня? Это бесполезно. После тренировки это не полезно. Я бы сказал, опасно.
Красиво? Красиво. Вот он вроде.